Обновить лес и сохранить планету. В Московской области стартовала традиционная кампания «Наш лес, посади свое дерево». До конца сентября на 37 площадках подмосковного лесного фонда высадят 300 тысяч хвойных. В экологической акции участвуют и Люберецкий округ. Сажаем в рядку, шаг посадки 1,5 метра. Короткий инструктаж обеспечит правильную посадку, рост и выживаемость молодых деревьев. Высадка маленьких сосен – дело хлопотное, но важное. Обновление леса проводят 2 раза в год – весной и осенью. Нашу природу надо поддерживать, и мы это делаем. Поэтому все, кто сегодня вышел, я говорю спасибо. Надо сажать и молодые деревья, и поддерживать наши лесные угодья. Что мы и делаем сегодня. Акция «Наш лес. Посади свое дерево» собрала возле деревни Лукьяновка 50 человек. Волонтеры, сотрудники администрации округа и специалисты виноградовского лесничества высадили 16 тысяч саженцев сосны. Мы уже посадили около 30 штук деревьев. Мы каждый год проводим эти акции. «Наш лес. Посади свое дерево. Лес Победы». И мы участвуем в посадке зеленых насаждений, в восстановлении лесного фонда. Раньше на этом месте был смешанный лес. После его вырубки появится хвойный. Причины, по которым нужно обновлять лесные угодья, могут быть разными. Допустим, поеденный короедом. Либо бывает после пожаров. Вот пожар прошел, деревья погибли, мы их вырубаем, на этом месте сажаем новые. Да? То есть деревья болеть чем-то могут. Разные бывают причины. Акция проходит и на придомовых территориях. Люберчане могут получить саженцы и весь необходимый инвентарь у представителей своих управляющих компаний. Подробную информацию можно найти на сайте люберцы.рф. Александр Колганов, Валерий Абсолямов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.